Всем привет! С вами Time Games, и нас ждет невероятный Лига Чемпионский вечер. Особенно он ждет российских болельщиков, так как питерский Зенит играет против французского Лиона. Исключительно я буду говорить о Зените, так как все мы болеем за нашу команду. И самая главная потеря сегодня, это, конечно же, потеря Халка. Халк очень много создает для себя, для партнеров, моментов. И сегодняшняя потеря, это очень-очень скажется на игре питерской команды. Но будем надеяться, что и без Халка Зенит все-таки сумеет одолеть Лион и уже окончательно даст нам понять, что вот я Зенит, вот я вышел из группового раунда. Ну а тем временем уже матч начался. Первая минута. И Лион с мячом. Жале. Колесо. Бальбона! Удар! Да, еще одна поправочка. Ладыгин в воротах сейчас у нас. Вместо Киржакова отдохнул Юра. И возвращается на свое законное место. Колесо. Жале. Фери. Колесо. Навес. Лаказет сбрасывал. Юсупов. Вицель. Гарсия. Пас направо Шатову. Так, Шатов прошел одного. Пас в центр на Дюбо. Поддерживал эту атаку Вицель, но убежал слишком далеко. Жале завладел мячом. Отдает налево. Морель. Морель снова с мячом. Бальбона отдает на Мореля. Навес. Ломберт выносит мяч на Исупова. Вицель дальше на Дзюбу. Дзюба цепляет его. Дани. Фери отобрал мяч у Дани. Мапу. Фери. Бальбона. Пас на Лаказета. И потеря. Ладыгин. Пас направо. Смольников. Шатов. Еще дальше. Юсупов. Дзюба. Так. Вицель. Смольников пробивает кого-то из защитников Лиона. Мяч летит на Бовье. Ох, какой удар сейчас будет. Повезло, повезло сейчас Зениту, что Лаказет не попал в ворота. Была просто убойная позиция. Ладыгин. Так, Дзюба сбрасывает на Шатова. Останавливается. Пас хотел отдать на Вицеля, но не вышло. Толесо на Мореля. Толесо. Пас назад. Каналонс.
Ганалон, правильно. Смольников, Шатов. Шатов пошел вперед. Хотел отдать пас на Смольникова. Ох, еще одна ошибка. Взаимные ошибки пошли. Что бы это значило? Ришито. Отдает в центр Дзюба. Вицель. Ришито. Обратно на Вицеля. Вицель. Бить нужно. Лопеш выручает свою команду. Хорошо приложился Вицель. Но удар пришелся прямо по центру. Итак, подача с углового. Дани подает. Итак, Гарай, перекладина, мать ее, Гарай еще. Показывает Гарай, что мяч ушел от футболиста Леона. Да, так и есть, еще один угловой идет подавать Дани. 29-я минута, подача следует в штрафную Леона. Выносит мяч Леон точно на Лаказета. Бовё. Бальбона. Так, ошибка передачи. Гарай. Вицель. Дани. Дани, Дани. Не побежал, не туда побежал. Дзюба. Лопеш. Ферри. Жале. Потеряли мяч леонцы. Дзюба. Пас направо. Кришито. Кришито. Удар. Гол. Невероятно. Защитник Зенита забивает мяч в ворота Леона. Прибежал Кришито в штрафную. Разобрался с двумя игроками Леона. Двумя игроками защиты и вколотил мяч в ворота Лопеша. 1-0 Зенит повел на 34-й минуте матча. Могут зенитовцы играть без Халка. Не с такой пушкой, как у него, конечно, но могут. Смольников сбросил на Вицеля. Вперед в центр. Дани. Обошел одного. Дзюба. Ну, откройтесь, уйдите из офсайда. Дзюба. Лопеш. Слабый удар нанес Дзюба. Лопеш, конечно же, такой удар отобьет, возьмет. Так, и точно... Неточный пас, то ли со. Ганалон. Перевод на левый фланг. Морель. На Мореля. Морель подождал, отдал на Мапугу. То ли со. Ох, какой классный пас на Бовё. Ох, удар. Пришелся в кого-то из зенитовцев. И удар ослабился. Жале. Чуть ли не Жале. Ферри. Лаказет. Так, то лицо. Опасно! Крестовина! Ладыгин. Отдает на Смольникова. Гарсия. Пас на правый фланг на Шатова. Дзюба потерял мяч. Морель. Бовё. Гарай отобрал мяч у Вальбона. И свисток звучит на перерыв. Первый тайм окончен. Счет за питерским Зенитом 1-0. Встретимся во втором тайме, дорогие друзья.